В одном монастыре жил некогда старец, духовной жизни человек. Он принимал исповедь братии, был ее духовником. Подвязался здесь и послушник, который мечтал поскорее стать монахом. По благословению он охотно проводил экскурсии и непременно рассказывал паломникам о красоте монашеского подвига. Жила при обители и блаженная. Бог часто открывал ей судьбы человеческие, правда, она это скрывала и выдавала себя за простую нищенку. Монах должен быть как птица небесная. По слову Спасителя, он не сеет, не жнет, но сам Господь его питает. Монах не должен иметь попечения ни о чем земном, потому что главная его задача – это спасение и молитва за весь мир. В этом и заключается красота монашеского подвига. На этом наша экскурсия закончена. Спаси, Господи. Господи, помилуй. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Подождите, постойте, погодите, подождите, подождите. Как это вы сейчас красиво все рассказали. Редко найдешь человека, чтобы так все понимал. Знаете, я своим соседкам все время говорю. Ну, сходите в монастырь, ну вот же он, рядом. А они нет, на дачу огурцы сажать. Ой, только о земном и думают, только о земном и думают. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Ой. Спасибо, Господи. Ой, вот-вот-вот. Дар слова. Спаси, вам Господи. Надо книги писать. Спасибо, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться и молиться за весь. Думают только о земном, а у вас такой талант. Редко встретишь человека, Господи. Который бы так все понимал. Книги писать. Вам надо книги писать. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. А что? Да полчаса машина стоит, ее разгружать надо. А ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну, это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй, сам-то небось и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня, пойдем лучше трудиться. Благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И как увидишь, что покойника несут, угу, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Спасибо, да, да вы что, батюшка? Да, да как я это смогу? Бог благослови. А? Батюшка. Совсем из ума выжил наш духовник.
ругайся. Да как можно на покойника ругаться? Я что, дурак или болящий такое исполнять? Ой, а благочинный туда же. Я ему одно, его как заело. Раз батюшка благословил, значит иди. Да что же это такое? Ай. Ай. О, тоже на послушании. Так ведь со смыслом. Таскают. Не, лучше мешки с мукой таскать. Не пойду я на кладбище. Ой. А что я на исповеди скажу? Почему я слушался? Скажу, что духовник из ума выжил. Ага. Вот тут-то мне и пятимью-то и наложат. Ой, придется идти ругать. Чушь какая, а? Господи, благослови. Фух. Принесет сегодня, и никого не привезут. Не каждый же день здесь похороны. Господи, помилуй. Эти ж меня сами здесь схоронят. Ой, мы же другие похороны подождать. А вдруг не будет? Как же его ругать-то? Господи, благослови. О. Это был плохой человек! Тот, которого вы хороните! Ужасный, злой! И вообще, негодяй был. И как только земля носит таких, а? И не пожелаешь мир праху его, и не скажешь, земля ему прахом, то есть пухом. Ты что, монах, перемолился? Ой, батюшка, да за что же мне такое благословение? Это что, опять на кладбище? Опять? Только теперь не хули, а хвали. Превозноси. Говори, какой распрекрасный был человек. Батюшка, а может, не надо? Может, пусть вначале заживет? Ничего, ничего, не страшно. Так иди. Да что же ты такое, а? Ты зачем в монахи пошел? Ну, зачем? Чтобы спасаться. Чтобы молиться за весь мир. Так вот, если хочешь быть настоящим монахом, запомни, послушание превыше поста и молитвы. Батюшка, благословите. Thank you.
хвали, то хули. Так ведь могут и того пристукнуть. И зачем я в монахи пошел? Жил бы себе нормально, как все. Молился бы полным правилам, в храм бы ходил. А так, выполняй волю из ума выживших. Не-не-не-не-не, уйду. Уйду, точно уйду. Уйду в мир. Фух. Точно уйду. Превыше поста и молитвы. Фух. Пронесло. Прости, Господи. Не, что там в этом миру? Миру не то. Грех один. Господи, прости. Хвалил? Хвалил, отче. Ну и что, покойник? Что-нибудь отвечал? Благодарил, может? Нет, отче, ничего. А когда ругала? Покойник что ответил? Обиделся, может, и ругаться полез? Нет, отче. Молчал? Молчал. Молчал. Вот как. Вот так и монах. Хвалят его или ругают, должен быть как мертвец. Ни похвала, ни злоба, ни обида не должны смущать его душу. В этом и состоит красота монашеского подвига. Вот так-то, братец. Так и ты, если желаешь спастись, не гневайся тогда, когда тебя бесчестят, не превозносись тогда, когда тебя восхваляют. Поступая так, как эти мертвецы, спасешься. Духовник обители много молился и часто оскорбел о грехах человеческих. В монастырь многие приезжали, чтобы спросить его духовного совета. И странным ему казалось, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут все так же тяжело, и греха не убывает.
батюшка, простите, я спрашиваю, можно, беда у меня, дочка пьет, из дома выгоняет. Вот. Молись за нее, записочку подай, и мы помолимся. А какую молитву читать? Матери за ребенка. И в церковь ходит? Она нет, не ходит. Бедная помоги тебе, ты, Бог. Помоги тебе, Господи. Алис, не отчаивайся. Сил никаких нет. Вот все у нас так плохо, и проблемы все. От того, что не каемся, в церковь не ходим, посты не соблюдаем. Ходим, да не молимся. Боже, Боже, как жить дальше? Не молимся. Батюшка, благословите. Бог благословит. От меня жена сбежала. Значит, такой муж раз сбежала. Я монах, с женами разбирать сами. В церковь ходишь, исповедуешься, причащаешься. Хожу, причащаюсь. Правила читаешь? Читаю. Вот и слава Богу, не прекращай, молись. Во имя Отца и Сына Святого. Бог благословит. Бог благословит. Бог благословит. Ой, батюшка, меня благослови. Спаси, Господи, Боже. Благослови, Господи. Господи, почему ты не слышишь нас? Вот же люди. И в церковь ходят, и дома молятся. А живут так же тяжело. И греха не убывает. Неужели истощилось милосердие Твое? Услыши нас, грешных, Господи, уповающих на Тебя. Вон миг глаз умолений наших, чтобы жить нам в мире и покаянии. Господи, неужели так суетна молитва наша, что ты не слышишь нас, Господи? Господи, 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 Господи. Батюшка, помолитесь за меня. Батюшка, простите, помолитесь. Помолитесь за моих сыновей. Батюшка, что мне делать? Что мне делать? Прояви, Боже, милосердие Твое. Помоги всем нам, яко человек любится. Господи. Господи. Прости, Боже. Дерзновение мое, сам разуми, что мне подобает творить и глаголать. Господи, помилуй убогого раба Твоего. Аминь. Не бойся, я ангел Божий.
Что за звуки? Это звучат святые молитвы. Только они слышны здесь. А чего так слабо звучат эти звуки? А чего так мало их? Ведь народ сейчас молится в храме. Ты хочешь знать? Почему я ничего не слышу? Сейчас ты все поймешь. Ну, тенора орут, басы давят, а регент наш не слышит, что ли? Вот если бы регентом был я бы вот эти... Шляпки. Каблучины какие? Конечно. Может, и на 10 лет младше. Вчера. Если еще и Лексус купить, налоговая сразу же явится. Если эта дура с начесом еще ладно. А если этот полковник отставной, Лексус мне как самолет обойдется по... Она ведь не замужем. Зачем колечко носит? Видишь, как смотрит-то. А может, потом подойти, заговорить. Вот бы жену такую. Симпатичную. Сколько ему про Бога можно повторять? Молишься за него, молишься. А у него только чемпионат мира по футболу в голове. Гол, гол. Вот и гол, как сокол. Господи, ты милостивый, спаси, помилуй, исцели моего папку. Боженька, пусть он не пьет, прошу тебя, помоги ему. Видишь эти скорбь и любовь? Вот молитвы, которые слышны у нас. А люди хоть и в церковь ходят, и, как им кажется, молятся, а только все это пустое. Такие молитвы до Бога не доходят и плода не переносят. Господи, пожалуйста, помоги. Я так его люблю. Прости меня, грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, прости меня, грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, каюсь. Господи, каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи. Господи, прости.
Прости меня, грешного. Господи, прости меня, грешного, что усомнился в милосердии Твоем. Возле нашего монастыря жила раба Божия Мария. Женщина она была благочестивая, посты соблюдала, Евангелие читала, каждое воскресенье и праздник в храме. Был у нее сосед Васятка, мальчик-сирота, жил с папкой. Мать верующая у него была, в церковь его ходить приучила, да померла. Как-то раз с Марией и Васяткой такая история приключилась. Подайте Христа ради. Подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Подайте Христа. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Придет, тебе и придет. Добрая ты, денежку дала, вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Ах ты, ах. Ты, Господи, ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, придет, жди. Ой, Господи, помилуй. Христос придет! Папа, просыпайся! Без меня. Ну что, ты идешь? Не могу я, дело важное.
Ладно, пока. Хватит под окном орать. Да, не стыдно. Я матери твоей позвоню. Ну-ка иди сюда. Мама драников напекла. О, вкуснятина. Вкусно? Вкусно. А ты чего сегодня в церковь не ходила? Папа приходил. Трезвый? Да, трезвый. А мой опять пьяный. Так ты выйдешь? Не могу я, дело важное. Ладно. Тогда я к Никитке пойду. Пока. Чего, больно? Угу. Хулиганье. Ох. Была б жива Наталья, слезами помылась. Да ну ее вообще. Пойдем, умоешься. Пошли. Других чё ли нету? На, примерь. Жрать охотно. Тьфу ты, пьянь.
А ты б лучше хлеба купила, не бутылку. На водку хватило, а? И не стыдно тебе? Здоровый мужик. Походишь, попрошайничаешь. А? Да не берут меня на работу. Инвалид я. А если ты инвалид, так тебе положена пенсия по инвалидности. Знаешь, что инвалид? А ты бы вот сходил в церковь. Помолился бы Богу, так тебе бы Бог и помог, вот. А то что это? Залил глаза и попрошайничаешь, эх ты! Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше, выпить или поесть. Тьфу! Люди добрые, покормите Все, ради Бога! Иди! Пропился я совсем! Папа, просыпайся! Ой, спасибо. Спасибо, сынок. Ты еще не родилась, а я уже ходил. Люди добрые, покормите. Ну как ботинки? Опа, эй. Эй, эй, эй. Люди добрые, покормите ради Бога. Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. А, пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите. Наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю. Наша дверь первая направо. Иду, иду. Жди меня, мальчик, жди, дорогой. Иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. Кого ждешь-то? Не пропустишь? Господи, молю тебя, когда зайдешь к Марии, загляни к нам с папкой. Ладно? Oh,
Опять мужика из дому выгонят. Детей понарожают. Потом мучают их. Ты о себе не думаешь, так о ребенке подумай. Ишь, на дождь выскочила. Иди домой. Папка мамку и пальцем не тронул. И куда вы теперь? Промокните тут. Вот-вот дождь начнется. Малой еще заболеет. А пойдемте к нам. Пойдемте. Да не бойтесь, идемте. Может, я вам лучше чаю сделаю? Попросить, чтобы он мамку отпустил, та ему все рассказала. И было все как раньше. Вот эту икону мама мне купила, когда мы в церковь ходили. Это Христос или Спаситель. Мама сейчас у него. Мне батюшка сказал, что ей очень там хорошо. А соседки наши блаженные сказали, что мне сегодня Спаситель придет. Так я тоже его жду. Хочу попросить, чтобы он мамку отпустил. Спасибо, Васенька. Кажется, дождик закончился. А как же чай? Спасибо, мы пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь, ночь на дворе. А утром пойдете. Оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь. Папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Ненавидящих. Тут ладно.
показывать надо. А парень где? Давай, мой хороший, вот так, сейчас, пойдем, мой хороший. Так, вот сейчас, мой зайка, кроватку, заснула на окошке-то прям, господи боже. А, все, господи, прости меня, господи, все. Господи, ой, а я ж тебя днем ждала. Так я к тебе 3 раза приходил, за твое старание я тебе явился, а ты 3 меня прогнала. Когда, Господи? А мальчонку помнишь, что просил тебя от хулиганов защитить? Куда? Наследил уже мне. Ах ты, поросенок! Помню. О, так это ты был? Господи, прости меня. Я не признала. А второй-то раз когда? А бомжа пропоицу помнишь? Тьфу ты! Пьянь! Все, иди! Помню. Так это ты был? Господи, я и подумать не могла. А Евангелие читаешь? Читаю. Читаю, Господи. Каждый день главы из Евангелия и... 2 из посланий. Так неужели не читала там? Наг был, и вы одели меня. Жаждал, и вы напоили меня. Алкал, и вы напитали меня. От Матфея, глава 25. Господи, ну а третий-то раз когда? Ну а женщину с ребенком помнишь? Ишь, на дождь выскочила! Иди домой! Было. Так это я со своей пречистой матерью был. Господи, прости меня грешную. Не признала. А Васятка меня приютил и 3 принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии 3? Вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи, прости ты меня грешную, не признала. Теперь пребывают сии 3. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше.
притча мудрости ларь, да душа-то сухарь, хоть тоскует порой по нездешнему. Я стою, как мытарь, повторяю, как старь, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. У кого-то успех, те в довольстве утех, эти святы по облику внешнему. Я стою хуже всех, на душе только грех. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Добрых нет за мной дел, мой плачевен удел, страшный суд и ко аду кромешному. Но твержу, пока цел, то, чтоб сердцем хотел, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Подождите, как это вы сейчас красиво все рассказали. Редко найдешь человека, чтобы так все понимал. Знаете, я своим соседкам все время говорю. Ну, сходите в монастырь. Ну, вот же он, рядом. А они нет. На дачу огурцы сажать. Ой, только о земном и думают, только о земном и думают. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Ой. Спасибо, Господи. Ой, вот-вот-вот. Дар слова. Спасибо, вам надо, Господи, книги писать. Спасибо, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться и молиться за весь мир. Думают только о земном, а у вас такой талант. Редко встретишь человека, который бы так все понимал. Книги писать. Вам надо книги писать. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. А что? Да полчаса машина стоит, ее разгружать надо. А ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну, это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй, сам-то небось и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня, пойдем лучше трудиться. Благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И как увидишь, что покойника несут, угу, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Спасибо, да, Господи. Да вы что, батюшка? Да как я это смогу? Бог благословит. А? Батюшка. Петик.
опять в новой шляпке. Каблучины какие. Конечно, муж ты на 10 лет младше. Вчера я... Если еще и Лексус купить, налоговая сразу же явится. Если эта дура с начесом еще ладно. А если этот, полковник отставной, Лексус мне как самолет обойдется по... Она ведь не замужем. Зачем колечко носит? Видишь, как смотрит-то. А может, потом подойти, заговорить. Вот бы жену такую. Симпатичную. Сколько ему про Бога можно повторять? Молишься за него, молишься. А у него только чемпионат мира по футболу в голове. Гол, гол. Вот и гол, как сокол. Господи, ты милостивый, спаси, помилуй, исцели моего папку. Боженька, пусть он не пьет, прошу тебя, помоги ему. Видишь эти скорбь и любовь? Вот молитвы, которые слышны у нас. А люди хоть и в церковь ходят, и, как им кажется, молятся, а только все это пустое. Такие молитвы до Бога не доходят и плода не переносят. Господи, пожалуйста, помоги. Я так его люблю. Прости меня, грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, прости меня, грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Папка пьет, это он с горя. Так я хочу у Христа попросить, чтобы он мамку отпустил. Та ему все рассказала. И было все как раньше. Вот эту икону мама мне купила, когда мы в церковь ходили. Это Христос или Спаситель. Мама сейчас у него. Мне батюшка сказал, что ей очень там хорошо. А соседки наши блаженные сказали, что к ней сегодня Спаситель придет. Так я тоже его жду. Хочу попросить, чтобы он мамку отпустил. И все было как раньше. Спасибо, Васенька. Кажется, дождик закончился. А как же чай? Спасибо, мы пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь, ночь на дворе. А утром пойдете, оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь, папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Ненавидящих и обидящих на страсти, Господи, человеку люблю. Когда я еще много сыновей и братьям и родникам нашим, даруй я же ко спасению. Oh, God.
Примерь. Лучше хлеба купила, не бутылку. На водку хватило, а? И не стыдно тебе? Здоровый мужик. А ходишь, попрошайничаешь. А? Да не берут меня на работу. Инвалид я. А если ты инвалид, так тебе положена пенсия по инвалидности. Знаешь, что инвалид? А ты бы вот сходил в церковь. Помолился бы Богу, так тебе бы Бог и помог. Вот. А то что это? Залил глаза и попрошайничаешь. Эх ты! Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше. Выпить или поесть? Тьфу! Люди добрые! Покормите, все, ради Бога! Иди! Пропился я совсем! Папа, просыпайся! Ой, спасибо. Спасибо, сынок. Ты еще не родилась, а я уже ходил. Люди добрые, покорми. Ну как ботинки? Опа. Эй. 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 Люди добрые, покормите, ради Бога. Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. А, пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите, наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю, наша дверь первая направо. Иду, иду, жди меня, мальчик, жди, дорогой, иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. Кого ждешь-то? Не пропустишь? Денежку дала. Вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Ах ты, ах. Господи ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, придет, жди. Ой, Господи, помилуй. Христос придет. Папа, просыпайся. Все.
пошли на посты змея гонять! Ну что, выйдешь? Не могу я, дела у меня. Жалко. Так сегодня же воскресенье. Дуйте без меня. Ну что, ты идешь? Не могу я, дело важное. Ладно, пока. Хватит под окном, Артур. Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. А, пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите, наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю, наша дверь первая направо. Иду, иду, жди меня, мальчик, жди, дорогой, иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. Кого ждешь-то? Не пропустишь? Господи, прости мне грешного, Господи, за то, что сомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, каюсь. Господи, каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи. Господи, прости меня грешного. Господи, прости меня грешного, что усомнился в милосердии Твоем. Возле нашего монастыря жила раба Божия Мария. Женщина она была благочестивая, посты соблюдала, Евангелие читала, каждое воскресенье и праздник в храме. Был у нее сосед Васятка, мальчик-сирота, жил с папкой. Мать верующая у него была, в церковь его ходить приучила, да померла. Как-то раз с Марией и Васяткой
такая история приключилась. Подайте Христа ради. Подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Подайте Христа. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Придет, тебе и придет. Добрая ты, денежку дала, вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Ах ты, ах! Господи ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, придет, жди. Господи, помилуй. Батюшка, благословите. То хвали, то хули. Так ведь могут и того пристукнуть. И зачем я в монахи пошел? Жил бы себе нормально, как все. Молился бы полным правилам, в храм бы ходил. А так, выполняй волю из ума выживших. Не-не-не-не-не, уйду, уйду, точно уйду. Уйду в мир. Фух. Точно уйду. Превыше поставь молитвы. Фух. Пронесло. Прости, Господи. Не. Что там в этом миру? Миру не то. Грех один. Господи, прости. Оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь. Папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеку люблю. К твоей еще много сыновей и братьям, родникам нашим, даруй я же, Господи. Thank you.
А Васятка меня приютил и три раза принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь? Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи, прости ты меня грешную. Не признала. Теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Притча мудрости ларь, да душа-то сухарь, хоть тоскует порой по-нездешнему. Я стою, как мытарь, повторяю, как старь, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. У кого-то успех, те в довольстве утех, эти святы по облику внешнему. Я стою хуже всех, на душе только грех. Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. Добрых нет за мной дел, мой плачевен удел, страшный суд и ко аду кромешному. Но твержу, пока цел, то, чтоб сердцем хотел, Боже милостив, буди. Стойте, погодите, подождите. Подождите. Как это вы сейчас красиво все рассказали. Редко найдешь человека, чтобы так все понимал. Знаете, я своим соседкам все время говорю. Ну, сходите в монастырь. Ну, вот же он, рядом. А они нет. На дачу огурцы сажать. Ну, ой, только о земном и думают. Только о земном и думают. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Ой. Спасибо, Господи. Ой, вот-вот-вот. Дар слова. Спасибо, вам Господи. Надо книги писать. Спасибо, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться и молиться за весь. Думают только о земном, а у вас такой талант. Редко встретишь человека, который бы так все понимал. Книги писать. Вам надо книги писать. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. А что? Да полчаса машина стоит, ее разгружать надо. А ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну, это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй, сам-то небось и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня, пойдем лучше трудиться. Thank you.
благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. Спасибо, Господи. И как увидишь, что покойника несут, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Спасибо, да, Господи. Да вы что, батюшка? Да как я это смогу? Бог благослови. А? Батюшка. Ой, придется идти ругать. Чушь какая, а? Господи, благослови. Фух. Принесет сегодня, и никого не привезут. Не каждый же день здесь похороны. Господи, помилуй. Эти ж меня сами здесь схоронят. Ой, может, другие похороны подождать? А вдруг не будет? Как же его ругать-то? Господи, благослови. О. Это был плохой человек! Тот, которого вы хороните! Ужасный, злой! И вообще, негодяй был. И как только земля носит таких, а? И не пожелаешь мир праху его, и не скажешь, земля ему прахом, то есть пухом. Ты что, Мана, перемолился? Ой, батюшка, да за что же мне такое благословение? Это что, опять на кладбище? Опять? Только теперь не хули, а хвали. Превозноси. Говори, какой раз прекрасный был человек. Батюшка, а может, не надо? Может, пусть вначале заживет? Ничего, не страшно. Так иди. Да что же... Глаза и попрошайничай, шеф ты! Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше, выпить или поесть. Тьфу! Люди добрые, покормите, все, ради Бога! Иди! Пропился я совсем! Папа, просыпайся! Ой, спасибо! Спасибо, сынок! Ты еще не родилась, а я уже ходил! Люди добрые, покормите, ради Бога! Ну как ботинки? Опа! Эй! Люди добрые! Покормите, ради Бога! Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик! Да покормите, дайте хоть чего-нибудь! А, пропился я совсем! Дайте хоть чего-нибудь пожрать! Дядя, заходите, наша дверь первая направо!
Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю. Наша дверь первая направо. Иду, иду. Жди меня, мальчик, жди, дорогой. Иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. Кого ж ты?